Очередное заседание районной антинаркотической комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту прошло в зале администрации района под председательством первого заместителя главы района Руслана Ямыкова. В ходе заседания были рассмотрены вопросы об антинаркотической деятельности и профилактике наркомании среди молодежи и взрослого населения района. С анализом наркоситуации, мерах, принимаемых по профилактике и предупреждению распространения наркотиков на территории Кашхабльского района, доложил начальник отделения уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Адам Афашагов. Так, за 12 месяцев 2023 года на территории Кашхабльского района зарегистрировано 4 преступления по линии незаконного оборота наркотических средств. АППГ-9 раскрыто и направлено в суд 4 преступления в серии НОН. АППГ-9. Из них одно преступление по тяжким составам, статья 228, прим. 1, часть 1, сбыт наркотиков. Раскрываемость данного вида преступления составила 100%, как и в прошлом году, как и в аналогичном периоде прошлого года. Всего по преступлениям поставлены на учет ИЦ из незаконного оборота взято 68 грамм наркотических средств марихуаны, синтетические наркотики не изымались. Выявляемость преступлений данной категории по службе выглядит следующим образом. Управление наркоконтроля – 0 преступлений, отделение уголовного розыска – 4, участковые полномочия – 0, патрульно-постовая служба полиции – 0. За 12 месяцев 2023 года к административной ответственности по линии незаконного оборота наркотиков на территории Кашхабльского района привлечено 41 лицо. Так, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 28 мая 2014 года номер 484 сотрудниками охраны общественного порядка и уголовным розыском МВД России Кашхабльска осуществляют контроль за исполнением гражданами возложенных на них судом обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение наркомании и медицинскую и социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Одним из важных направлений деятельности МВД России Кашхабльска является профилактика. Строится эта работа по принципу общей индивидуальной профилактики с учетом возрастной социальной категории граждан и может охватывать сразу несколько профилактируемых направлений. В проведении оперативно-профилактических операций и мероприятий наряду с сотрудниками полиции активное участие принимают представители министерств, комитетов, муниципальных образований, общественных объединений, в том числе правоохранительной направленности. Члены комиссии также были ознакомлены с мероприятиями по формированию здорового образа жизни у жителей, которые были проведены в Натырбовском и Дмитриевском сельских поселениях. Подробные доклады представили главы соответствующих поселений. Наркомания остается серьезной проблемой общества, трагедией каждого наркозависимого, его семьи. И решить ее можно только при тесном сотрудничестве и комплексном взаимодействии всех служб профилактики.